Праздники в 2019 году продлят. Новогодние каникулы составят 10 дней, а майские в общей сложности 9, сообщает московский комсомолец на Алтае. Министерство труда России утвердило график переноса выходных дней на 2019 год. Россияне в новогодние каникулы будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества 2 дня, 23 и 24 февраля. В Международный женский день 3 дня с 8 по 10 марта. Майские праздники продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12. В День России выходным станет один день, 12 июня, а День народного единства россияне будут отмечать 3 дня со 2 по 4 ноября. Набережную в Рубцовске благоустроят за 19 миллионов рублей, пишут корреспонденты Политсибру. Рабочие уже избавились от старого асфальта, лавочек, урн, обрезали деревья. На набережной уложат тротуарную плитку, сделают новое освещение, установят новые лавочки и урны. Кроме того, здесь появится парковка, а мост через реку Алей отремонтируют. Любовные письма Михаила Евдокимова передала в Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая его жена Галина. Об этом аргументом и фактом на Алтае рассказала Елена Огнева, замдиректора музея по научной работе. Будущие супруги познакомились, когда Галине было 16. Михаил тогда служил в Нижнем Тагиле. Он был солистом самодеятельного ансамбля при воинской части. В 79 году Дембель представил Галину своей семье, а в 82-м у них родилась дочь Анна. В 2005 году Михаил и Галина Евдокимовы попали в аварию на трассе Бийск-Барнаул. Михаил скончался, его жена получила травмы и долгое время восстанавливалась. В Барнауле после ремонта открыли кинотеатр «Премьера», который находится на улице Крупской, 97. Накануне там возобновили показы анимационных и художественных фильмов. Полную афишу публикует «Комсомольская правда» на Алтае. Сегодня в час дня ребят ждут «Смешарики. Дежавю» режиссера Дениса Чернова. В 15 часов покажут анимационный фильм Артема Лукичева «Чудо-юдо». Ну а вечером уже взрослым зрителям покажут «Остров. Исправление». Полная программа на сайте КП на Алтае.